А так Кристалл... Но по моментам все равно Кристалл там тоже был впереди. Сейчас удар Датинье. Смотрим. Штанга! И мяч дважды в штангу попадает. Еще и от Роговского тоже. Нужна пауза, потому что мяч отлетел, похоже, в глаз Максиму Роговскому. Бойцовские пули. Ну, это тот самый глаз, который сейчас выручил команду «Локомотив», потому что от него, получается, еще раз в штангу мяч отскочил.